Каток на стадионе «Строитель» – один из лучших в городе, но в этом году качество льда не порадовало горожан. Сегодня на катке никого. Любителей покататься на коньках испугал сильный мороз. Но такие дни – исключение. Главная причина отсутствия катающихся – разбитый и неровный лед. Любители самого популярного зимнего развлечения долго терпеть не стали. На многочисленные жалобы по поводу катка на стадионе «Строитель» обратил внимание даже глава города и заставил подрядчика принять меры. Подрядчики уверяют, причиной плохого льда стала аномально теплая зима. Ну, в этом году возникли небольшие трудности в связи с аномально теплой погодой. То есть, получается, дневные температуры держались на уровне минус 2, минус 3, а как бы заливка производится, должно быть ниже минус 5. И опять же, новогодние праздники, очень большое количество катающихся людей. Каток уже сегодня приведут в порядок, зальют водой, лед разровняют, а морозы закрепят результат. И завтра все желающие смогут прийти на любимый каток. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8.